Сегодня 28 мая. Щенкам 20 дней. Они покушали, хотят уже спать. Но за ними уже совершенно интересно наблюдать. По внешнему виду все они выровнялись. То есть они, в принципе, похожи. Они двух цветов. Это коричневый, ну такой бежеватый, песочный и черный. Мамка пришла, мамка их вылизывает. Завтра будем делать первый прикорм. В этот раз я решила прикорм делать не паштетами, а сразу сухим кормом, размоченным роял-каниновским. Так, ну это что-то неприличное, это игрушка, как могло показаться. Вот такие они лапочки. Естественно, они хотят спать. Так, это у нас кто? Это, по-моему, мальчик. Да, это мальчик, который родился последний. Он у нас самый яркий, похож на папу. Это мальчик, который родился второй. Очень похож на братика, но у него щечек поменьше, хотя они тоже раскрашены. Мальчик или девочка? Ой, простите, это девочка. Так, девочку перепутала. Она родилась первой. Она у нас самая крепкая. Видите, она уже ходит по мягкой поверхности. Мама все время за ними ухаживает. Но вот сегодня я буду убирать. Вот говняшки появились. Что-то Буся сегодня убрала. А вот этот мальчик у нас не такой яркий. Но мне он тоже очень нравится. Вот у него такие щечки. Думаю, он лапка. Сейчас ползет, пойдет бутявка. А, ну так я буду давать им размоченный роял канин. Ты че уснул? Ну, пацаны наелись и спать хотят. Завтра как раз 3 недели, и можно будет подкармливать. Ой, любит свою дочку, любит Буся доченьку.